каким чувством? Да с нетерпением. С нетерпением хочется, чтобы вышли дети, увидеть их горящие глаза. И, знаете, я сама в детстве занималась бальными танцами. И это было моим большим-большим счастьем. Я понимаю, что будут сейчас испытывать детки, которые будут нам дарить свой талант. И я понимаю, как они сильно будут волноваться. И что это такое для них, и какой это для них невероятный опыт, и как это должно изменить их жизнь, и всю нашу жизнь. Понимаете, вот проект «Супер», когда дети пели, он поменял полностью НТВ. Понимаете, теперь НТВ – это территория живого звука, и все, и это правда. Мы вели концерты в Кремле, я лично стояла с микрофоном, и я видела, что действительно все певцы как один поют вживую. Это большое достижение. И оно ширится, понимаете, оно приобретает уже какие-то другие масштабы. Сейчас я очень надеюсь, что этот проект тоже... Знаете, телевизионные проекты приносят новую моду в наши человеческие массы. Я думаю, что все сейчас как один пойдут танцевать. Посмотрят на этих талантливых деток, будут болеть за них невероятно. И, конечно, пойдут сами танцевать. Я, например, собираюсь. Я сегодня Евгения Папанашвили, в общем, предупредила. Не то, что я его попросила или как-то намекнула. Я ему сказала, что я прихожу и к нему и буду, наверное, танцевать. В общем, что-то каким-то образом он должен мне в этом содействовать, потому что, ну что же, я буду судить деток. Конечно, как это судить, это понятно, в общем, как их судить. Их можно только любить и помогать всячески, поддерживать. Но сама я тоже, в общем, должна быть в форме. Кристина, она практикуется регулярно в Большом театре. Мне нужно просоответствовать моменту. А вы все-таки добрый полицейский или плохой? Я невероятно люблю детей. И дети – это моя самая большая любовь в жизни. Чужие, свои... Когда можно помочь, да ну что вы. Я думаю, что вы будете тогда самым добрым членом жюри этого проекта. Не знаю, посмотрим. Здесь все любят детей. Да.